Здравствуйте, меня зовут Спиридонина Васильевна, и мне 12 лет. Сейчас я занимаюсь вокалом, 7 лет отучилась в хореографии, еще 1,5 года занималась гитарой. Вот. У меня 4 сестры и 1 брат. Я из многодетной семьи. Люблю рисовать. Я бы хотела вести программу, связанную со спортом. Я еще посмотрю, потому что это первый раз. И вот на протяжении, пока я буду учиться, потом уже посмотрим, какая будет программа. Я думаю, что я подхожу вам, потому что я могу как бы дополнить ваш коллектив.